мы провели уже 4 онлайн встречи Дня открытых дверей. И хочу сказать, что для факультета международно-правовых отношений это не новшество. Мы уже не первый год проводим занятия, используя Classroom, используя Skype, используя программу Zoom. И в этот раз это было просто такой рабочей обстановкой, когда мы по программе Zoom подключали с согласия выпускников одесских школ целые классы и проводили День открытых дверей. Я хочу сказать, что проведение онлайн-конференции или Дня открытых дверей дает возможности даже немного шире, нежели при личной встрече, потому что в этот раз к нам присоединились 5 профессоров европейских вузов, которые тоже участвовали в онлайн Дне открытых дверей. И это дало возможность провести такой хороший открытый диалог между выпускниками, между будущими абитуриентами Национального университета Одесская юридическая академия и ведущими профессорами Европы.